жизнь. Всем добрый вечер. Сейчас мы будем проходить оставшиеся две части игры, а именно за робота Е-102, или как его еще зовут, Гамму. И останется нам концовка. Preparation complete. Отлично. Все системы полностью заряжены. Посмотри на меня. Я твой невероятный создатель, доктор Роботник. Ты моя вторая модель серии Е-100. Е-102. Кодовое название Гамма. Гамма. Верно. Теперь ты будешь повиноваться только мне. Гамма — это достаточно новый персонаж. Появился только здесь. И в основном он будет встречаться только, наверное, в паре игр. Будут похожие роботы на него. И более известный робот будет, который будет чуть ли не постоянным персонажем Соников. Его будут звать Омега, который появится в Sonic Heroes. И, собственно, история у этого робота трагичная, интересная довольно. Фанатам она очень зашла. Видимо, из-за этого Sega решила все-таки сделать кого-то похожего на него. Поинтереснее и помощнее. Тир находится за этой дверью. Твой брат практикуется здесь. Е-101 бета. Ты не такой
продвинутый, как бета. Но я думаю, ты справишься. Это, конечно же. Наша задача собирать больше времени, стрелять. То есть у него достаточно интересный геймплей тоже. Чем больше будет комбо, тем больше мы соберем времени, и цель пройти игру до того, уровень, до того, как соответственно время выйдет. Конечно же, не прав по поводу того, что наш брат совершеннее, но об этом вы посмотрите попозже. Есть свои нюансы с этим роботом. Вниз, я думаю, нас тут ждут. А вот и наш создатель. Отличная работа, Гамма. Я даже не думал, что у тебя хватит сил справиться с этим. Так вот, Гамма, вот твой тест. Если ты хочешь остаться, то ты должен пройти его. Обращаю внимание на то, что я сейчас скажу. Всемогущий Эдкерриер, летающая крепость, ждет вас. Я хотел бы, чтобы ты встретил своего старшего брата Е101. Я хочу, чтобы вы сразились, и победитель попадет на мой корабль. Он, конечно же, поставил ставку на нашего братца, но это было сделано зря. Mission complete. Все-таки мы попродвинутее, как оказалось, и посильнее. Ты удивил меня, Гамма. Я чувствовал, что что-то в тебе есть. Поэтому я разрешаю тебе служить на борту Эккерриера. Эй, ты тоже хочешь с нами пойти? Хорошо, хорошо. Мы можем использовать некоторые запчасти, поэтому ты пойдешь с нами. История будет немножечко грустная, хоть это и роботы, но довольно хорошие. И если честно, геймплей, может быть, Сонику не очень подходит, но мне, признаться, нравится. Довольно хороший геймплей. Проверка, проверка. 1, 2, 3. Вы, элитная команда Эккерриера, здесь собрались, чтобы услышать специальный анонс.
Внимание! Это лягушка с хвостом. Эта лягушка очень важна для моих планов. Я приказываю вам найти ее и принести сюда. Мне не важно, чего это будет стоить, просто принесите мне ее. У нас нет времени. Мы не можем тратить время. Поэтому идите. Опять протестующие. Опять поезда не работают. Опять будут они драться до конца. Все по стандарту. Вот нам подсказочка говорит, что лягушка была замечена в стороне пляжа. Он, кстати, как видно, плавать не может. Он может просто парить. А еще можно ездить вот так вот. Сейчас посмотрим, можно что-нибудь найдем. Хотя это, наверное, вряд ли. Впервые я вижу, как работники поездов сбастуют. Это очень плохо для всех. Почему они это делают? Ладно, пойдемте на пляж. Залезли на машину. Привет. Вы ищете мистера Лягушку? Извините, но я не вижу никого с таким именем, кто бы мог бы остаться в отеле. Интересно, можно целиться и стрелять по выключателям. Моя компания на забастовке, поэтому я не могу пойти на работу. Какая досада. Нет. Некоторые люди очень даже рады забастовке. Так. Что? Лягушка снова? Ты вторая человек, который уже спрашивал про лягушку. Лягушка. Я видела, как он прыгал в сторону пляжа. Большая кошка тоже искала его. Что ж, пойдем искать нашу лягушку. Туда не нужно. Черт. Это было немного странно, но ладно. Не рассчитал прыжок. Ну, не страшно. В принципе, мы уже взяли одну жизнь.
Прокатимся сейчас чуть-чуть. Отлично, мы поймали лягушку. Сейчас будет немножечко забавный момент. И немножечко грустно. Сразу, наверное, после сна. Даже роботы видят сны. Must determine location. Должен опознать локацию. Accessing data. Доступ к данным. No data found. Дата не найдена. Unknown. Локация неизвестна. This presents a problem. Это создает проблему. Куча чала собралась, и они поют. А поют они хаосом. Подходи. I'm sorry. Извините, но... I see you must not be one of them, huh? Вы не один из них. Did you notice the presence guarding these children? Вы заметили? He's a very loving and gentle creature. Что их защищает? Они очень милые и добрые. И они очень беззащитны без защиты. И эта защита позволяет им петь в мире и спокойствии. Даже я удивилась, когда увидела их первый раз. Но теперь отец пытается забрать их в священный дом. Кажется, его сердце закрылось от всех. Но я надеюсь, что однажды он сможет, мы сможем понять друг друга. This frog's the one we want. No, here's the real one. My frog is the right one. Согласен на то, что Sonic Adventure классная игра. Дурачки, дурачки, дурачки. Никто не мог найти правильную лягушку. Эта лягушка также проглотила изумруд. Изумруд хаоса. А? Вот она. Я очень горжусь тобой, Гамма. Я знал, что ты мне пригодишься. А вы все уйдите, бесполезный мусор. Я даю тебе новую миссию. Она очень легкая. Подойди к той последней двери. И вот ты там найдешь девушку и птичку. Дай мне птицу. А сейчас иди. Is
this the one? Та ли это дверь? Не совсем-то. Сейчас мы увидим то, о чем говорил доктор Эггман. А именно то, что его брата будут использовать для запасных запчастей. Хотя его скоро улучшат. Бета. Бета. This is the wrong room. Это не та дверь. Что ж, пойдем в ту дверь, которая нам нужна. Вот он, наш рекорд. А вот и девочонка-то, о которой он говорил, и птичка. Уходи! Отдай мне птицу. Нет! Ни за что. Сопротивление бесполезно. Отдай мне птицу. Я сказала нет. Почему нет? Неважно, вот почему. Я хочу узнать, зачем она тебе. Нет даты. Ты даже не знаешь? Я уверена, что ты будешь обижать его. Почему бы тебе не помочь нам? Ты не понимаешь, как плохо я себя чувствую? Не понимаю. Зачем спасать то, что тебе бесполезно? Мне тебя жаль. Эггман не смог дать тебе чувств. Подожди, птичка. Уходите. Что? Почему ты позволяешь нам убежать? Потому что здесь опасно. Скорее, мы скоро прибудем на базу мистических руинов. Значит, ты не такой, как остальные роботы. Ты все-таки хорошая внутри. Значит, мы будем друзьями. Береги себя, хорошо? Что же, миссию мы не выполнили. Но, судя по всему, нам за это ничего не будет. I also agree about Gamma being robot. He's really underrated. Гамма, готовься к бою. Возьми джетпак и иди на мостик. Оружейная комната открыта.
наверное, пропустим. Сад Чао. Потому что немного сложновато. За гамму играть там. Так, еще раз. Упали. Пойдем, ладно, на другую сторону по-другому. Yeah, Mitch, stages in Sonic Adventure 2 are rather clunky, I would say, and here's the jet booster. Press and hold the jump button. Gamma is much more flexible despite being a robot, and I totally agree. I actually miss the gameplay of Gamma in Sonic 2. And I wish they implemented match gameplay on the level of Gamma gameplay. I see you got the jet booster. Yes, I do. I prefer to play in Russian, in English, but not many Russians understand the language. So I'm trying to play in English and translate the lines in Russian. Итак, мы прибыли на мостик. Как я могу вам служить, доктор Роботник? Избавься от этих. Разберись со всеми ними. Так точно, сэр. Слушаюсь. Этот бой достаточно легкий, потому что геймплей за гамму достаточно хороший. He had no chance. Stop, Mr. Robot! Остановись, мистер Робот. Amy? Amy? Hey, Mr. Robot. Эй, мистер Робот. I know you're not an evil sort. Я знаю, что ты не злой. Подожди, ты помнишь меня? Эйми! Эйми! Oh, I really don't get this. Я действительно не понимаю, что происходит. Соник, смотри! Как керриер теряет высоту, мы должны разделиться. Бери Эми и уходи. Что ты сделаешь? Я разберусь с Эгманом. Спасибо за то, что спас меня. Как обычно, Соник. Как дела, мой металлический друг? Тут опасно. Почему не оставить Эгмана и пойти с нами? Зачем ты помогаешь мне? Я же говорил, что мы будем друзьями. Ты должен избавиться от этого Эгмана. Эми, пошли. До встречи, мой друг-робот.
И вот у Гаммы идут воспоминания о его братьях, о друзьях, об Эггмане. Доктор Роботник, враг, хозяин, регистрация хозяина удалена. Серия Е, друзья, должен спасти. Что ж, пойдем спасать наших друзей. As for Gamma being Easter egg, I'm also surprised they didn't that him in multiplayer. It was certainly surprised, despite the fans like him. So I don't really understand what was in Sega's mind when they just wasted such an opportunity. But oh well, at least we can enjoy Omega, I guess. But he is not as interesting, mainly because the story in Sonic Adventure was much more, how would you say it, maybe more interesting, more mission failed. It's like I would say they wanted to make it more the game they wanted to make the game more plot focused, unlike the rest of the games, the future games. Sonic Heroes, for example, wasn't as focused. Well, yes, I think Russian is really difficult language. Japanese is much more easy to learn, but Russian, there's so much about Russian language. It's mainly difficult due to grammar, and Japanese, it has quite a lot of words, but at least it's not as bad as a Chinese language. And here is our brother. Так, мы сейчас разберемся с нашим другом. Нужно отбивать его атаки. Yeah, I guess you do. That's the most famous words that foreign people know in Russian language. Rescue complete. I do speak English, but I lost a little bit of practice because there's barely anyone I can speak with verbally. But I would say I type very well. Okay.
отправляемся к нашему следующему брату. Е104. Here we are coming to our next brother. E104. Жизнь. Yes, this is actually where I learned that people know about at least two Sweden words in Russian. Counter-Strike was exactly to blame for that. I just love the destruction when I play Gamma's campaign. This is really great. This is one of the reasons why I like Sonic Adventure 1 more than 2. That and its open world sections. If you can call it open world, rather maybe open maps. I think they did it, they remembered about this game when they made Sonic Frontiers. Because Sonic Frontiers basically has several hubs that connect main stages, but unfortunately these stages aren't as great as in Sonic Adventure. But I hope in the future they'll make a great game like Sonic Adventures. It shouldn't be exactly a Sonic Adventure sequel, but something like it, and Sonic Frontiers. Here's our brother. Yes, Sonic Adventure 1 physics is seriously one of the best Sonic physics in my opinion. I'm glad there are mods for that, for Sonic Frontiers. So, it was a very important mod for me. I played exclusively with this mod. Что же? Спасение завершено нашего брата. Пройдем к следующим. Осталось нам совсем немного. Е-103 Дельта, Е-104 Эпсилон. Спасательная миссия завершена. Е-105 Зета, Е-101 Бета. Локация неизвестна. Возможно, на борту Эгг-Кэрриер. Что ж, теперь мы пойдем снова на наш корабль. С того места, где все началось. И заглянем туда, где было полно воды. И там мы найдем апгрейд. Пушку получше. Которая, если я не ошибаюсь, увеличит радиус поражения. В принципе, Е-серия, начинаю искать доступ к дате, к данным. Открываю горячий сектор сейчас. I also would say that Sonic Adventure 2 is
really overrated compared to Sonic Adventure 1, at least. The story is maybe better than that, than in this game, but the rest is Here's your laser blaster. Still better in my opinion. Blast damages enemies in a wide pattern. Так, мы взяли пушку, которая улучшает радиус поражения. Yeah, Chao Garden is definitely more interesting in the sequel. But still, I like them both almost equally. A little bit tiny, almost. Я, кажется, пропустил место, куда нам нужно идти. Что-нибудь здесь сейчас поищем. Наверное, нам в эту дверку. Вот тут и прячется наш робот-брат Е-105. It is time to find our next brother. This brother is much more upgraded compared to the rest of our brothers, with the exception of E-101, I guess. Почти у цели. Скоро мы будем сражаться с нашим братом. That was awkward. Yes, I like it as well. Actually, I think the real reason why the third game is underrated is probably because of quite mediocre GameCube port of the game, because the game on Dreamcast was so much better, and on GameCube and the rest of the platforms it was also extremely glitchy, full of bugs, and these bugs did not do any justice to the game. The first time I played the game was on PC back in 2003, I think, or 5. Not really when the game came out, and I was surprised at all that the game, that Sonic game like this was on PC. But then I learned that there were other games like Sonic CD. Cargo station is ahead.
And Sega actually did many ports for PC because it didn't consider PC as a competition when it comes to consoles. I am also glad that we have mods that fix Sonic Adventure 1 and make it almost on par with Sega Dreamcast, and it also adds other improvements because GameCube version wasn't as bad, but Dreamcast version was still much better than GameCube version. These bugs and other than grades weren't worth it. It seems they are losing time. We have to hurry. We have 30 seconds. This is dangerous. Gotta be careful. But I think we'll get it. Вроде бы мы успеваем. Должны уже скоро прийти. А вот и босс. I'm not sure we can do it in 8 seconds. 3, 2, 1. I think we're done. Well, we almost did it, but anyway, let's try again. And here we go. Wasn't as difficult as we thought. Что ж, мы победили, не было не так легко, то есть не так сложно. Еще один брат спасен. Остался последний. Yes, I agree about control of GameCube, and honestly, I don't really like this controller. It's not that bad, but I think the classic controller on Wii U was way better. I think it was also more comfortable to play with a classic controller, because I tend to
replay the game on my view, on my V. Gamma. When I don't have access to my PC, of course. PC is much better, and you can play with any controller, of course, be it Xbox or even PlayStation. Beta. А вот наш брат Бета. Сейчас мы будем сражаться с последним боссом. Он достаточно сложный. И не так прост. One more time, and we win this fight. Now it's a more difficult phase. He hurt us. Well, at least we finished him with the first try. Not like he's difficult, but he can be very annoying sometimes. Что ж, мы победили последнего босса. И остался последний момент. Но перед этим катсцена. Yes, I have it for my Xbox. But honestly, when you played with Dreamcast mods that fix many bugs, and then it's hard to come back from this version. But I still play it when I also have access to my Xbox, because yes, the music is really great. They really nailed it. It's also very distinguished from the other tracks, that makes it even more cool. И вот он, трагичный момент. Все-таки наш герой сломался. Из нашего брата вылетел птенец. Один из родителей птенчика, который был с Эми. Yes, I actually described how this story is quite tragic and still with a happy ending. I'm actually surprised they did story like this. And now we have one more campaign to finish, as the last one. Also with cool music. I once listened for the Mayan track for
very long time without stopping. The soundtrack is really great for this game. Some of the themes are better than in Sonic Adventure 2 also. But in Sonic Adventure 2 I like Knuckles songs especially. Что ж нам осталось теперь? Последняя кампания. И мы пройдем игру. Yeah, Open Your Heart is really difficult to play, I think. It's a quite complicated song. I think in most of the games they really nail such epic songs. For example, in Sonic Heroes, you in the last final battle with Metal Sonic, that song was something special. It was so catchy. I also used it as my theme on my phone, and I couldn't get it out of my head for a long time. Yes, that's cool. Sonic soundtrack, like this, tracks like this, like Open Your Heart, made me interested in learning guitar as well, but unfortunately I didn't learn it that much, couldn't perfect it. Yes, Crash 14 is great. Their songs were one of the best songs I ever heard, and I think they are still relevant to this day. And when you come back, even after you listen their songs to death, you still tend to listen them more and more again. Now we are going to hear Open Your Heart. Select the character. It's time for the final battle. And for the ending. Что ж, начнем завершающую игру, концовку. Как оказалось, игра не закончилась.
на всех персонажах. Теперь нам осталось разобраться с Соником. С Суперсоником. Остров снова упал, потому что кое-кого не хватает в Изумруде, мастера Изумруде. Эгман расстроился, то есть все компании, что мы прошли, он постоянно на моем пути, но он не сможет испортить мой суперплан. Хаос. Мастер Изумруд находится там, где где должен, но остров ангелов упал. Я ничего не понимаю. Может быть, эти изумруды хаоса, которые я забрал с собой, виноваты в этом? Я, наверное, возьму их к Сонику. Эгман. Это ужасно. Хаос. Что? Соник в это время отдыхает, зевает, дремит. Видимо, Эгман выучил урок. Мне кажется, нужно пора в отпуск. Соник! Эй, Тейлз! Ты нашел Торнадо 2? Нет. Вставай и пошли со мной. Остров ангелов опять упал. Что случилось опять? Я не знаю, но нам лучше поторопиться. Дышащий Соник под пальмой. Так прикольно и комфортно. Аж самому захотелось так поотдыхать. I think Sonic resting under the tree was very comfy. I kind of wish I could rest like this under the palm. In Russia, weather is getting cold. Yes, it's interesting that Heroes, I think, was supposed to be more than what they did with it. I think it was supposed to be more story focused, but then they changed the concept of the game. But I guess they still made Shadow Sonic, the Hedgehog game more story focused. Knuckles, Eggman, что случилось? И Хаос, он до сих пор жив. Эй, Эггман, подожди. Соник. Хаос. Страшное чудовище. Если он получит последний изумруд, с нами будет покончено. This place. Это место, оно выглядит очень знакомым. Значит, это все-таки не сон. Уйди с дороги. Нет, ни за что.
Нам нужны 7 изумрудов, чтобы нам не дали суперсилу. Мы должны забрать эти изумруды. Жадность — наш враг. Если ты начнешь, ты захочешь еще больше. Пожалуйста, не делай это, я прошу тебя. Я не буду слушать ребенка. Вперед. Довольно грустный момент. Особенно вот как они обращаются с Чао. This moment is very sad. It's especially sad to hear Chao suffering. And what? Easy speedrun shortcut. Because I'm not sure. I know about it. О нет, это монстр. Нет. Hey, are you all right? Эй, ты в порядке? I think so. Я думаю, да. Oh my gosh. О нет. No, no, no. Нет, нет, нет. Wait up. The seven emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. Контролеры, которые помогают мастеру Эмералд, мастеру Изумруду. Они следят. Они следят за хаосом. Соник, проснись. Мне кажется, уснул. Хорошо, что ты в порядке. Ты как будто выпал. Come, we gotta go after the last emerald. Пошли, мы должны найти последний изумруд. The tornado too. Well, let's try, I guess. No. The train headed for Station Square will be departing soon. Did I do it right or not? Look, it's the tornado too. Смотри, это торнадо 2. So let's get the Chaos Emerald and leave. Возьмем изумруд и уйдем. What? Что? Well, good to know. Now, I'm going to remember this. Now, what do we do? Что же нам теперь делать? Yes, it's pretty nice. Shortcut saves some time. It and seems pretty logical too, because you this is the place where you start when you go into this area. So basically, if you die, you are coming to the beginning of this area. So I guess it makes sense. Now it's time for an epic battle. And the epic cutscene. I honestly wonder how they restored all of this, because I think this is really impossible. Should have taken them way too many years to restore all of this.
here's Chaos. Chaos. The ultimate beast. If I wasn't just dreaming, если бы я that monster не был во снах, этот монстр такая обуза. Eggman. Eggman. Looks like he's after Chaos too. Кажется, он тоже идет за Хаосом. Я знал, что Эдгерриер второй понадобится для таких ситуаций. Теперь я тебя уничтожу любыми способами. Да, эта битва не продлилась долго. Well, this battle didn't take long. С меня хватит. Кто ты думаешь, что такой? Эй, это ты. Этот огонек все это время был Тикал. Так, кто запечатывал хаоса в Мастере Изумруда. Тикал. Мое сердце всегда было в Мастере Изумруде, вместе с Хаосом. А теперь он заполнен злобой и обидой. И он уничтожит целый мир, как он сделал однажды. I see, well, I didn't know that. Смотри, он поглощает силу изумруда Хаоса. Мы должны вернуть его в Мастер Изумруд. Как я могу? Это не поможет изменять, как он чувствует себя. Если его сердце будет таким же, оно будет заполнено злобой. И какие у нас есть варианты? Эй, Соник! Эйми! Эйми! Эй, возьми это! Hey guys, what's up? Эй, ребята! Chaos что случилось? Хаос использует негативную энергию изумрудов. Соник, ты должен поглотить, использовать их настоящую энергию. Мне кажется, Тейлз прав насчет этого. Everyone is cheering. Негативная энергия не только единственная энергия, которая может напомнить изумруда Хаоса. Наши позитивные эмоции помогут использовать их и наполнить их энергией. The power of friendship. Friendship always wins. Especially in Sonic games. Well, almost. I guess it depends from the game. But this wasn't a new concept back in the days. Let's see if I can win this with the first try, because sometimes it's not as easy. Sometimes I can, but sometimes I'm not as lucky. Time to appreciate the song, one of the best songs in the game. Great song to play with
you will feel the energy that you can do anything. Long. Yeah, I guess this is the true power, exactly. I absolutely agree. Well, it's time for more dramatic music now. And more evilish, I guess. Damn it. That wasn't working. Don't like when this happens. Let's try again. Надо пробовать еще раз. Черт. It's time to focus and be more careful, I guess. No. Miss. Что ж, надо еще сфокусироваться. Так, и нужно собирать кольца. Черт. Yeah, I guess we are not going to win with the first try. Well, not a big deal. Almost. Sure, why not? Is it on your channel on Twitch? I would also appreciate if you started to follow me. Also, I think we have a chance. We are going to have to do the last hit, and if it's going to be successful, we're going to win the game. But I think not this time. Now that was not great. Now sounds like we are not going to win this time. No. That's unfortunate. When you reach maximum speed, you'll turn into a bolt of lightning. That's your chance to attack Chaos. Когда мы наберем скорость, мы превратимся в молнию. Это лучший способ атаковать хаоса.
ж, в этот раз мы обязаны победить. Next phase. Hopefully this time I'm gonna win this one. Уж нужно теперь победить. Это последняя, самая сложная фаза. Черт. Давай, давай, давай. Отлично. That was weird. Давай же нам. Нам нужно суметь. Последний раз. One more time. I hate it when this camera does this. And I think we are gonna lose this one again. I think I must shut my mouth. Well, we have enough tries to win this one. Eventually I'm gonna win this. Sometimes this is really pure luck. Well, that wasn't good. Now I must focus on dealing with him. I'll check the link later, of course. It will be interesting to see. Also, I believe you.
No worries. Нужно набрать скорость. Давай, давай, ты сможешь. Давай, давай. Just to clarify, I'm not playing this bad usually. Second phase again. This is not great, not good, but we are going to get ourselves some speed. No, we are not going to get some speed, not this time. I must finish this. Well, I'll try that. That was too close. And here we go. Finally. Finally we took care of him. Наконец-то мы победили. Это было что-то слишком тяжело. Хотя обычно я все-таки прохожу его с первого раза. Но я думаю, не страшно. Well, it's time to relax. This moment is quite sad and cute, I guess. Chaos has changed again. How snow изменился. В этот раз в лучшую сторону. Видимо, Суперсоник нейтрализовал его.
the Chao you were protecting. Это те самые Чао, которых ты защищал. They stayed alive for generations and now live peacefully with humans. Целыми годами. И теперь живут с людьми в мире. The fighting's over. Harmony's restored and life goes on. Битва окончена. Гармония восстановлена. Пора возвращаться Thank домой. So much. Спасибо вам за все. All's well that ends well, right? Все хорошо, что хорошо кончается, правда? Соник. The end. Well, thanks for watching. Now I guess it's time to check your speedruns. And it's time to listen for a great track.
Вот и отличная концовка. И мы прошли игру. Конечно, здесь еще больше контента есть, но как минимум конкретно историю мы прошли. Finally we finished the game. Not completely, I guess, but the story was finished 100%. So I guess it's time for me to switch games. I'll think what I'm gonna play next and take a break for around 10 minutes or maybe 15, we'll see, maybe less. So if you look forward, I would like if you also watched my other streams. И теперь на русском. Пора, наверное, заканчивать, переходить к другой игре. Сейчас я подумаю, какую игру выбрать. И минут через 10-15, наверное, начну продолжать играть в следующую. Yes, good night to you too. But stay tuned. In any case, I'll think about what I'm gonna play next. Maybe something relaxing. We shall see. So. Stop it, Sonic! Join when you can. The rest of the people will hope join too. Других это если что тоже касается. Остальные ребята тоже присоединяйтесь. Не разбегайтесь. Я скоро вернусь. Turn it off. Whatever you say, you must have your reasons. Все, я отключаюсь. Опять же, на время. Ждите меня.